Привет! В этом видео вы узнаете, какие новые программы диагностики для WAVCOM 409, он же Calline Adapter, и ELN327 сейчас вышли в нашей полной версии софта, который вы можете скачать бесплатно у нас на сайте. Значит, основной список обновлений я скинул в комментариях. Значит, сейчас перечислю быстро основной список, а потом пройдемся подробнее. Значит, это более новая версия программы Torque, плагины для Torque, там, по некоторым маркам. Большой список PIT-файлов, это расширения, которые добавляются для того, что если у вас программа изначально не видит автомобиль или показывает некорректные данные. Также программы для Mercedes, ELM-терминал для проверки возможностей устройства ELM. OpenDiag, более новая версия. Программа крутая, чисто под джип, под одну версию джипа с мотором 2.7 дизель. OBD11, которую ребята с драйва посоветовали, потому что она в бесплатной версии может работать как аналог, может более упрощенный аналог программы Vasya Diagnost, но для ELM327. Программа Cascade, которая при помощи WAVCOM 409 может работать с блоками ABS и подушками безопасности и сбрасывать их ошибки. Программа для Toyota, FF Config Light, уже не помню для чего это, но более новая вот ниссановская программа. И вот крутая версия программы для Renault под ELM327, которая DDT4 4 All, ее дописывает один из людей на форуме Drive. Значит, и регулярно выходят какие-то обновления, плюс он показывает, плюс он выдает инструкции, как можно сделать какие-то операции с вашим автомобилем с помощью этой программы и устройства ELM327. Из последних приколов, которые он показывал, которые запомнились, это то, что можно сделать контроль, настроить, включить контроль давления в шинах при помощи системы ABS через эту программу. Плюс клевая штука, когда вы меняете резину и у вас стоит не заводская резина, то приборная панель часто показывает некорректную текущую скорость, либо, опять же, пробег, либо расход. С помощью этой программы можете внести изменения в автомобиль, чтобы он понимал, какие на текущий момент стоят колеса, то есть какой их размер. Радиус, ширина, высота профиля. Теперь пройдемся подробнее. Значит, PIT-файлы отсортировал по списку для того, чтобы вам было намного удобнее. Плюс добавилось большое количество. Как оказалось, ELN327 версия 1.5 может работать без проблем с Микосами 7.6, 10.3, плюс с январями, бошами. Конечно, бывает часто из-за того, что сканер низкого качества, и многие берут самый дешевый, то с СНГшными автомобилями, там, ВАЗами, ГАЗами, ЗАЗами проще работать через WAVCOM 409, но в принципе ELM-ка тоже работает. Как вы видите, другие версии PIT-файлов, которые вы можете найти здесь. Дальше, PIT-файлы, плагины. По-моему, здесь добавился для Mazda, по-моему, все. Racing Meter добавил еще. Это, по-моему, приложение для замера показаний, различных ускорений, показаний при разгоне. Значит, также обновил описание к некоторым программам, в том числе для OpenDiag, потому что расширился значительно список блоков управления, которые она поддерживает даже в бесплатной версии. Плюс по ВАЗам, по ГАЗам, УАЗам, по ЗАЗам, также вот Микосы появились. Далее, что еще? Вот эти ELM-терминалы. Это программы, с помощью которых вы ее запускаете, вбиваете определенный код, и вам, опять же, понятно, что подключаетесь к программе к ELM-ке, и она дает обратно ответы, и анализируя которые, вы можете понять, будет ли ваша ELM-ка работать с вашим автомобилем. Значит, дальше.
Вот небольшое описание по этой программе, по DDT for All, которая работает с Yelan 327 и Renault. А вот по программе Jeep Diaha, о которой я говорил, то есть она работает с Cherokee 2.7 дизелем, по-моему, 99 по 2003, по-моему, они выпускались. То есть, несмотря на то, что года, которые часто ЕЛМК не поддерживают, но через эту программу ваш Cherokee будет читаться, даже дизельный. Значит, дальше. Так, вот две версии по этой программе. То есть, она большого размера, поэтому есть версия чисто под дачу, а есть версия со всеми базами Renault, которые есть на текущий момент. Она устанавливается на XP. Так, что еще? Ну вот, программа Cascade. Ну и, в принципе, вот ниссановские дополнения, то есть программы, которые нашел, которые вы просили добавить, и вот они сейчас появились, можете отлично, легко, бесплатно скачивать, без проблем. И плюс программа по Мерседесу очень полезная, потому что она, во-первых, работает и с Калайном, и с Вакуум 409, и с ЕЛМ-кой, а во-вторых, программы под Мерседесы достаточно редкие. Ну, особенно вот если под Вахком 409. Поэтому без проблем берите, пользуйтесь. Если есть какие-то вопросы, можете задавать их в комментариях, как на драйве, так и здесь, как многие люди делают уже на текущий момент. 239 комментариев. Вот. И, конечно, если у вас есть какие-то рекомендации, если у вас есть какой-то софт, который вы попробовали, и он вам очень понравился, то помогайте, скидывайте ссылки на него, пишите. Таким образом, мы будем наполнять... Ну, вы будете помогать мне наполнять эту статью для того, чтобы всем было удобно пользоваться и многие редкие программы попали в нее. Все, на этом пока. Делитесь этим видео, потому что, ну, реально крутая подборка софта, очень огромная. И все бесплатно, можете скачать. Подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить новые видео. Ну, на сегодня все, пока.